Привет, друзья! Это истинный следователь. Обзор еды, консервы опять. Интересно, они для меня были тем, что это печень. Никогда не покупал печень. Говяжья она подороже, чем свиная. Здесь вот медалька. Так. Какая-то медалька. Производитель. Сохранили традиции. Опять надписи ненужные на других языках. Производитель Калининградский товарный комбинат. Улица Яблочная 40-42. Вот код. Шов современный. Хорошо бы его, конечно, и снаружи красочкой поливать, чтобы не заржавел. Изнутри же они шов, видите, залепливают краской или пленкой какой-то. Так, вот состав. Печень, жир. Зачем жир? Мука. Мука, конечно, тоже не нужна. Ну, так более-менее ничего, 180 килокалорий. Так. ГОСТ. ГОСТ. Какой ГОСТ был? Что-то я подзабыл уже. Что-то я не вижу, где ГОСТ. А, вот ГОСТ. Такой ГОСТ. Здесь вот этот дурацкий желтый жир, никому не нужный. Сама печень, вот. Пахнет по мне нормально. Занимает она где-то грамм 200-250. В общем, нормальные консервы. Как бы так оценил. Ну, нормально. На более-менее. По запаху не противны. Это уже неплохо. Ну, на этом все. Пока, ребята. Такая вот печень в баночке. А, стоила 60-70 рублей. Конечно, за большую цену нафиг не нужна она. Всем пока.